Всем привет! Меня зовут Максим Наумов, и у меня есть ценная информация для тех, кто собирается купить себе что-то из категории Hi-Fi в самое ближайшее время. С 23 по 25 ноября пройдет самая честная распродажа Hi-Fi техники – «Черная пятница» в аудиомании. Начну с главного. Почему эта распродажа является самой честной? Все мы помним распродажу 11.11, которая была вот буквально только что. Продавцы действовали по единой стратегии. Сначала удваивали цену, а потом делали скидку 50%. А особенно ушлые просто увеличивали цену и говорили, что она уже с огромной скидкой. В аудиомании все происходит совершенно по-другому. Все скидки, которые достигают 70%, абсолютно реальны и даются относительно текущих цен, которые вы можете проверить прямо сейчас. Распродажа начнется в пятницу 23 числа и продлится все выходные. Будет представлено несколько десятков брендов и сотни товаров из различных категорий. От виниловых пластинок и аксессуаров до компонентов и акустики. А сейчас я поделюсь инсайдерской информацией о том, что будет происходить в Черную пятницу. Готовьте блокноты и калькуляторы, будем считать, насколько это выгодно. Начнем с моей любимой категории – наушники. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT. Стильные, удобные беспроводные наушники с системой шумоподавления. Сейчас они продаются за 25 990 рублей, а на распродаже их можно взять за 16 900. Это минус 35%. Неплохо, но есть еще более интересный вариант. Наушники Bang & Olufsen Bioplay H8i. Опять же с шумоподавлением. Модель всем хороша, единственный негативный отзыв – стоит дороговато. Теперь нет. На распродаже стоимость упадет с отметки 29 990 рублей до 14 900, то есть ровно в два раза. Ну и закроем тему портативного аудио крупненькой и довольно мощной колоночкой Marshall Stockwell. В комплекте с фирменным защитным кейсом она будет стоить 17 900 вместо 23 990 рублей. Как видите, экономия довольно приличная. Переходим к акустике. ELAC BS312. Шикарные немецкие полочные мониторы с алюминиевым басовиком и ленточным твиттером, да к тому же еще и в глянцевом лаке. Будут стоить 119 тысяч рублей вместо 176. Напольники PMC 2023 также подешевеют на треть. С отметки 280 500 рублей до 196 350 рублей. Экономия, как видите, весьма существенная как в процентах, так и в абсолютном выражении. На сэкономленные деньги можно купить, например, AV-ресивер. Marantz SR5012. В черном цвете он будет стоить 79 тысяч вместо 97. Всего пару чисел поменяли местами, а как интересно-то стало. Ну и напоследок самый примечательный аппарат – интегрированный усилитель TIG AI503. Эта модель имеет не только аналоговые, но и цифровые входы, включая USB с поддержкой DSD. Есть возможность беспроводного подключения по Bluetooth с кодеками LDAC и APTX для максимально качественного звучания. Встроенный усилитель выдает до 60 Вт на канал, а к выходам предусилителя можно подключить сабвуфер. Обратите внимание, на передней панели, помимо симпатичных стрелочных индикаторов, есть еще и выход для наушников. Играет аппарат очень достойно и отлично подходит на роль настольного Hi-Fi. Поставил его рядом с компьютером, подключил по USB, взял пару хороших полочников и слушай музыку. Хочешь на мониторах, хочешь в наушниках. А теперь внимание! Этот прекрасный усилитель в черную пятницу подешевеет. С отметки 108 100 рублей до 79 000 рублей. На сэкономленные деньги можно взять пару хороших полочников. Например, из серии Arslab Studio. Итак, с 23 по 25 ноября. Самая честная распродажа Hi-Fi «Черная пятница» в аудиомании. Десятки брендов, сотни товаров из разных категорий с хорошими честными скидками. Держите руку на пульсе и не упустите самые интересные предложения. Всем удачи! Пока!